Взята. Итак, начинаем очередной заезд. Поехали, друзья, поехали. Заезжаем в одного члена команды, несущего энергосферу. Опа! Энергосфера появилась, так. У кого тут энергосфера это? Так, отлично, отлично. Наш тут хант убивает. А, блин, я думал, я прожал. Синяя энергосфера подобрана. А, капец, ребята, я думал, я прожал черепаху. Ничего не получилось. Я сплю. Вот какой-то, блин, какой-то засранец прожал героизм. Зачем? Ну, давай, вот этого дроида убьем. Он там насолил много. Давай, бьем. Встанем его, встанем. Эй! Давай, бьем друида. Давай, не даем ему хилиться, потому что он такой у нас товарищ. Давай, добиваем. Бьем. Пусть, ну, по крайней мере, у противника не будет хила. Давай. Ну я соло, скорее всего, не смогу его убить. Так просто нормальный туннелинг. Оба, не дали ему отхилиться, сбили каст. Эй! Че, питомец загрыз? Наша энергосфера у нас. Так, там пытаются нас атаковать. Монг, падла, давай. Бьем монка, монаха бьем. Спамим питомцев. Спамим на этого чувака, а то он, блин, нас разложит. Давай. Спамим. Давай. Мы должны выжить. Давай, добиваем ДКшку срочно. Вара, добиваем. Хотя надо бить, по идее, рогу вот этого засранца, чтобы у него не было энергосферы. Ах ты, засранец, убил меня. Энергосфера появилась. Ну что ж, мы резнулись. О, тут надо. Вот вары, они любят подраться. Ой, любят. Их очень легко сагрить. Очень легко сагрить варов наших. Давай. Блин, так тут сразу целых два вара. Ну, ребята. Эй! Да вы меня сейчас задолбите. Не успел. Друзья, я не успел прожать воронов Навара. Поехали. Немножко мы время протянули для того, чтобы варов как-то зацепить. Так, там хан засал, не пойдет сюда. Красная энергосфера взята. Так, у нас несколько энергосфер свободно. Давай. Синяя энергосфера. Там Монку чуть-чуть осталось. Я думаю, его добьют. Конечно, добьют. Синяя энергосфера добьют. У нас тут хант, значит. Хант. Давай. Так, можно над руля отправить питомца. Где друль? А, вон он, друль. Ах ты, блин. Я немножко опять сглупил, ступил. Что там получается? Кого там грызут эти черти? О, рога. А вон, смотрите, там вот такая толпа грызет. Он вообще, наверное, не понимает, что происходит. Давай, хант. Бей ханта. Бей ханта. Хант не знает, что делать. Прожал шквал. Так, синяя подобрана, да ну? Вот, кстати, на друида. Блин, Пет, беги.
Друль бежит на друля, собственно. Друль бежит на друля. Друль бежит на друля. Где мой питомец-то застал? А, вон он, кстати, грызет потихонечку. Грызет, грызет, грызет. Он зря туда вышел. Он сейчас умрет. Конечно, умрет. Давай, Вар. Ну, по-моему, тебе уже трындец. Вызываем еще питомца. Монг. Монка сейчас, я не знаю, карма есть, нету. У Монка может все угодно, что быть. Моя кровь. Ох ты, товарищ. Да, лок, 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 лок. Лок, 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 лок. Ай! Эй! Так, тут застанили. Ну лок, конечно, на меня он нацелен. Сейчас его добьют все-таки. Синяя энергосфера. Синяя, синяя, берите синюю энергосферу. Синяя энергосфера подобрана. Блин, дайте мне похилиться, а. Эй! ДКшка, ДКшка! ДКшка! О чем? Берем, 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 берем. Прижимаем спринт. Хотя бы немножко очков заработать команде. Вот у нас цель номер один, кстати, друид. Цель номер один. Прожимаем. Бьем, 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 бьем. О, сейчас мне кант. Трындец. Даже. Смысла нет было что-то делать. Энергосфера. Энергосфера появилась. Почему их называют энергосфера? Они обладают какой-то энергетикой. Зеленая сфера просто возвращается. Синяя энергосфера подобрана. О, товарищ друид. Иди ко мне. Давай, бей, 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 бей. Где там мой дроид, мой питомец? Отлично. Хант меня вот этот бесит. Могу сказать, что я попробую потом все-таки поиграть в другом спеке. Давай, бей этого ханта, бей. Бей, добивай. Добивайте, добивайте. Вороны пошли вперед. Пошли вороны вперед. Бьем этого. ДКшку бьем. Спамим петов. Давай. Спамим, спамим, спамим петов. Ну! Да что, когда ж ты, блин, этот, сдохнешь-то, падла. Ну. Эй. Рожали озверин. Вон там этот стоит, раскастовывается. Раскастовывается, зараза такая. Пошел ты в жопу. Лок. 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 Хватит спамить. О, этот на моего этого согрелся. Питомца, смотри. Он его перепутал. Он его перепутал, блин, с моим этим. Давай, бей. Добили, добили. Лока, лока, лока. Вот, вот, красная энергосфера. Вон тот товарищ нам нужен. Где тут, блин, сферу, которую несет? Монг. Монка. Бей, 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 бей. Давай, встань. Давай. Эх ты. Энергосфера тебе. Ну, что могу сказать? Шансов, шансов выиграть у вас уже очень много. И я, скорее всего, побежду. На самом деле, я хотел попасть на Battleground, где можно было показать этот баг. С питомцем. Ну, хант неплохо дамажит. Неплохо. Баг не с питомцем, а с духом черепахи, который можно использовать для захвата точки или флага. Бывает, бывает. В общем, мы осваиваем ханта в легионе нашем. Отлично, блин. И хотел приручить какого-нибудь крутого питомца.
Ну вот. Дроль у нас есть такой. Ладно, друзья, всем до новых встреч. Всем пока. Пишите. Я, судя по просмотрам, конечно, думаю, что люди все-таки смотрят больше всяких свинок, Angry Birds. Наверное, все-таки стоит лучше поиграть в них. Так что пока.